Приветствую всех любителей хорошего кино. Очередное новое видео сегодня на моем канале. И в очередной раз вынужден показывать издание нашего российского фильма, ну, который вышел на Blu-ray, да, вот, ну, в нормальном, достаточном, хорошем качестве. Не у нас, а за рубежом. Это вот опять немецкое издание. Ну, так что получилось, там довольно много все-таки российских фильмов выпускают, на удивление. И вот это еще один такой же вариант. Вот. Ну, здесь мы видим английское название, ну, больше, да, как можно было написать там, ну, «Последний сигнал», да, перевести. Ну, на самом деле, это фильм наш отечественный, который называется «Мира». Вот. Ну, не знаю, почему, кстати, так вот именно «Мира» просто, ну, там на том же «Кинопоиске», да, названо. Хотя бы потому, что вот там на костюмах у космонавтов там «Мир.А», да. В общем, даже вот, ну, можно было бы так тоже и назвать, но, наверное, боялись, что будет очень тяжело произносить. Вот, наверное, просто в кинопрокате обозван он как «Мира». Ну, хорошо, «Мира» так «Мира», ничего страшного. Вот. Фильм 2022 года, ну, скажем так, довольно неплохая попытка нашего российского кинематографа, ну, что-то такое более красивое снять, там, наверное, все-таки по компьютерным эффектам где-то что-то постарались, ну, так, вполне приличненько. Ну, наверняка найдутся и те, которым фильм, может быть, не очень понравится, абсолютно не удивлюсь. Вот, где-то, наверное, все-таки немножечко он есть на любителя, такой момент, да. Но все-таки фильм вполне получился неплохим, пожалуй. Вот. Дарья Мороз, Максим Лагашкин играют, ну, там, Вероника Устимова, это уже мне менее знакомая, да, артистка. Но все-таки фильм, наверное, весьма неплохой. Но допов, можно сказать, что вообще нет, потому что из допов только трейлер на этом издании. Вот. Обложка, как мы можем видеть, двухсторонняя. Ну, вот с рейтингом и без. Ну, я перевернул той частью, которая без вот этого огромного зеленого рейтинга некрасивого. Вот. В остальном обложка абсолютно, ну, одинаковая внутри и снаружи. Вот так внутри, получается, все это выглядит. На диске дорожка DTS HDMI. И русская, и немецкая. Да, вот дорожки есть. И немецкие субтитры отключаемые. То есть абсолютно полноценный, нормально хороший диск. Вот для нас, как для россиян, да, получается. То есть без проблем включаем русскую дорожку, отключаем немецкие субтитры, и все. Как будто диск будто для нас и выпускался. Вот так все выпущено очень даже прилично. Все довольно симпатично. И что, в общем, довольно важно, этот диск не залочен. То есть он мультизонный, ну, АБЦ, ну, БЦ как минимум, А просто не проверял. Ну, обычно, чаще всего, если БЦ идет, чаще всего вот в этих дисках, ну, обычно мультизона, значит. Вот. Ну, что для многих очень хорошо и приятно, да, то есть на плеерах нашей зоны С без проблем будет воспроизводиться этот диск. Вот. Это очень приятная новость. Ну, в общем, всем рекомендуется к покупке, вот, и тем более, что, видите, не залочен диск, ну, вдвойне приятно, то есть. Так обычно вот эта зона Б иногда так, ну, прилично портит настроение тем, у кого нет плеера зоны Б. Ну, а уж когда мультизонный диск, ну, сам Бог велел такое вполне, ну, подобные диски иметь у себя в фильмотеке, если фильм нравится. Ну, вот, наверное, пожалуй, и все так кратко по техническим характеристикам. Сам фильм уже оцените сами. Диск ли купите или просто где посмотрите и там решите. Ну, это уже дело ваше. Ну, а так... Если что, диск абсолютно точно рекомендуется к покупке. Все, в принципе, там хорошо и симпатично по качеству диска. Вот. На этом все. Смотрите и другие видео на моем канале. И всегда найдете что-то интересное. А на сегодня всем пока.